Поехали. А потом я выйду. Сколько ж стоят такие рекламные щиты? Где ж Петр Николаевич Симоненко набрал столько денежек? Ты, видать, трудился день и ночь. Мы находимся с вами в район Раковка, правобережная часть города Кременчуга. Достаточно не очень красивый район. Городская власть за европейские дороги не смотрит. Ее как-то сильно это не волнует. По всей видимости, она тут не ездит. Но вот тут есть один интересный проект. Мы хотим его вам показать, чтобы вы подумали, а что бы это могло значить? Спильный проект разбудова Кременчуга. Я сейчас выйду из машины. Что же здесь общего между Олегом Бабаевым, который, и Олегом Надошин, который собирается быть еще раз народным депутатом Украины? Так ему, по крайней мере, хочется. И что это за общий проект строительства Кременчуга? Ну, у нас одна уже разбудова была в советское время, кончилась она развалом страны. Не будет ли то же самое и с совместным проектом Бабаева и Надоши? Это вопрос риторически, но если вы ответите на него, будет интересно, что вы скажете. Спасибо.